expliquer. Mais vous aurez le dessin demain, en tout cas. Fatal. Non, non, ça serait quelque chose plus moderne, avec du dentelle, du tulle blanc, très, très jeune, très léger. Just do it, Sophie. Non, c'est trop, non? Oui, mademoiselle, vous aurez le dessin demain matin. Oui, tout à fait. Ne vous inquiétez pas. Allez, au revoir. Заходи. Мне нужно закончить набросок и отправить его в Париж. Может, потом пообедаем и поблуждаем весь день по магазинам. Не могу, мама. Прости. Мне сегодня нужно уехать. Тебе нужно уехать? Можно спросить, куда ты едешь? Энни. Энни. Мне и нужно ехать к Энни. Ясно. А где моя Энни? В Напе, у своего отца, Ника Паркера. Ты не Энни? Тут ты права. Ты Хелли. Да. Мы с Энни встретились в лагере и решили поменяться местами. Прости, но я тебя не видела, и я всю жизнь мечтала встретиться с тобой. А Энни точно так же мечтала о папе. И мы поменялись жизнями. Надеюсь, ты не злишься, потому что я так тебя люблю. И хочу, чтобы ты когда-нибудь полюбила меня. Детка. Я любила тебя всю твою жизнь. Я в жизни не был так счастлив. Наверное, теперь нас опять нужно поменять. По закону, ты принадлежишь папе, а Энни принадлежит мне. Его и ее дети. Не обижайся, мама, но такой уговор отвратителен. Согласна. Он действительно отвратителен. Значит, нам нужно лететь к Энни и папе и во всем разобраться. Думаю, ты права. Не волнуйся, дорогая, я все улажу. Не волнуйся, хорошо?